инструмент, который сейчас прозвучит на нашей сцене, многие привыкли считать не более чем детской игрушкой. Тем не менее, это серьезный музыкальный инструмент, с помощью которого можно извлекать сложные и гармоничные звуки. Конечно, мы говорим о ксилофоне, древнем инструменте, о котором было известно еще нашим предкам. Для ксилофона написано множество музыкальных произведений. Это многозвучный инструмент с богатыми тембрами, способный изобразить самые разные музыкальные краски. И в этом мы все сможем сейчас убедиться, прослушав произведение Хачатуряна «Лезгинка» из балета «Гаяне» в исполнении Алахвердяна Карена. Преподаватель Луконин Павел Николаевич, концертмейстер Сильвестренко Светлана Владимировна.